почти 6 тысяч языков, из них треть в критическом состоянии, некоторые на грани исчезновения. Проблема гораздо глубже, чем кажется. С этим солидарны сочинские депутаты, поэтому приняли активное участие в организации особого мероприятия. Родной язык каждой национальности – это его культура, это его история, это его богатство. А в городе Сочи, где больше 100 национальностей, этот вопрос стоит наиболее серьезно. Мы за то, чтобы каждая национальность, живущая в городе, знала свой родной язык. Язык пропадает, пропадает народ. Поэтому это так настолько связано, что вообще я считаю, что это один из важнейших праздников, которые мы должны праздновать как истинные патриоты. Развернулась выставка работ, некоторые с этническими мотивами. Со сцены звучали стихи и песни на разных языках. Дети и взрослые должны знать, что происходит у нас, какие у нас писатели, поэты, больше думать на своем языке, сочинять. К проекту присоединились и военно-патриотические центры. Такие мероприятия – лучший урок на тему «Моя Родина». Они объединяют, сплочают нашу молодежь, и хотелось бы проводить их регулярно для наших ветеранов, для наших деток и для подрастающего поколения в целом. О чем поют и рассказывают участники, независимо от языка, было понятно всем. Слова о добре и любви на всех наречиях в мире звучат одинаково тепло.